Всем привет, меня зовут Владимир, мы находимся на кухне Джондори. Сегодня мы будем готовить филе сибаса, который прилетел к нам из Турции на самолете, с пюре из сельдерея. Погнали! Для этого берем сельдерей, очищаем его от кожуры и непосредственно от самого корня, предварительно обязательно вымыв его. Срезаем эту нам ненужную всю кожуру аккуратно и постепенно вот такими вот движениями по кругу срезаем все, что нам не нужно. И приступаем к нарезке. Можно произвольно. Включим, может, пока плиту пускай греется. Да, мы пока включим воду, пока чтобы наша вода грелась. Пока произвольной нарезкой нарежем сельдерей, не принципиально, потому что мы будем делать из него пюре потом. Ну, я таким средним кубиком нарежу. Грубо так, не принципиально. Чтобы быстрее сварился, лучше его так нарезать. Это у нас водичка. Мы можем его сразу же забросить в воду. Даже не в кипящую? Даже не в кипящую. Быстрее сварится. Пока будет вода закипать, у нас он быстрее уже начнет вариться. Все, забрасываем наш сельдерей. Все. И получается, варить мы будем где-то около 15 минут на среднем огне. Как вода закипит, сделаем огонь меньше и будем ждать. Монтажная склейка. Для нас прошло 15 минут. Наш сельдерей уже готов. Мы его выключаем. Будем мы его перебивать с кокосовым молоком, поэтому достаем наш сельдерей, нашу емкость, чтобы можно было перебить. Все, мы наш сельдерей достали. Добавляем к нему кокосовое молоко. И перебиваем. Все, наше пюре готово. Сейчас мы приступим дальше к обжариванию нашего филе. Пока отставим в сторону, чтобы не остыло ничего. Берем сковородочку. Пока поставим, чтобы нагрелось. Возьмем наше филе сибаса, который прилетел к нам из Турции на самолете. Берем филе. Сейчас немного отрежем лишнее. И поделим на два вот буквально кусочка равных. Так, обжаривать мы будем на смеси, важный момент, оливкового масла вместе со сливочным, чтобы у нас ничего не пригорало. И еще оливковое масло вместе, опять же, со сливочным придаст очень интересный вкус и аромат. А также золотистую корочку. И также золотистую корочку. Все, масло расставляем. Все, наша сковородка нагрелась. И обязательно первый момент, это мы обжариваем на коже. Потом будем переворачивать и обжаривать уже непосредственно на филе. А почему так? Потому что у нас корочка сейчас в первую очередь, как сказать, прижарится и не даст рыбе пригореть. Если мы положим сразу филе, рыба наша пригорит. Также мы можем посолить нашего сибаса. Соль, перец обязательно. Жарим недолго, буквально по 2, максимум 3 минуты с каждой стороны. Опять же до золотистой корочки. И проверяем, чтобы ничего не пригорело. И еще жарим буквально минуту-две с каждой стороны. Так, наше филе сибаса уже готово. Мы его выключили, оставим, пускай оно немножко еще дойдет до сковородочки, и будем его сейчас отдавать. Берем красивую тарелочку. Непосредственно наш сельдерей пюре. Красиво выкладываем. Мы сделаем так. Берем наше филе. Берем зелень для украшения. Филе сибаса готово. Приятного аппетита!